Привет, дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем России! И мы с нашим другом и коллегой Тимуром Гордеевым решили записать для вас песню. Итак, мужская группа фольклорного ансамбля «Рождество» — это Павел Коровин, это Александр Гурин, это Василий Блохин и Тимур Гордеев. Песня «Люба мне». Люба мне, когда дом разливается и зеленеют рощи по весне, и туман над рекой расстилается, ай дача Божья, люба мне, и туман над рекой расстилается, ай дача Божья, люба мне. Люба мне, когда зоренька ясная багрянцем отражается в окне и блестит в куполах солнце красное, ай дача Божья, люба мне, и блестит в куполах солнце красное, ай дача Божья, люба мне. Люба мне, когда песня знакомая растеребит сердечно душу мне, и в кругу за столом вся родня моя, ай дача Божья, люба мне, и в кругу за столом вся родня моя, ай дача Божья, люба мне. Люба мне, когда в тихой обители церковный праздник на молебене призывают не голос святителя, ай дача Божья,